Гинга Белоба в студию. Это лист гинги Белоба. Дерево такое шикарное. Растет на юге РФ. И не только. Улучшает капиллярное мозговое кровообращение. Если кровь хорошо циркулирует, то и все работает слаженно. Все зависит от нашей крови и сосудов. Она, гинга белоба, именно делает эластичными сосуды. Укрепляет стенки, делает эластичными и улучшает кровообращение. Человек, говорят, зимой перестает мерзнуть, то есть она обогревает же кровь, лучше поступает ко всем органам. И главное, улучшается память. Память, внимание, вообще мозговая деятельность, работоспособность и все прилагающееся. Где работоспособность, там и денежки пойдут. А вот они, зеленые денежки. Листики, зелень. Зелень приносит зелень. Вот. Такая штука есть в природе, шикарная. Мы перетираем ее в порошок на кофемолке. Смешиваем с медом. И употребляем по чуть-чуть каждый день. Вот листик красивый, в форме сердечка. Полезный для сердца, для крови всей.